жирный тунец, самая элита, стоит, ну сколько, где-то там 350-400 рублей. Сашими сета. Ой, сейчас кайфану. Кайфушечка. В Японии популярное заведение маленького формата, ну вот сейчас мы сидим просто в огромном, можно сказать, такие вот уютные зоны, там вот вообще развиваются, ребята сидят слева, тут вот Асахи, пью каждый день литра по 3, наверное, очень вкусное свежее пиво, ну допустим вот такие вот сеты, это сифуд сет. Я вот взял себе такой говядину, вчера съел, наверное, суш 30 и выпил еще пиво 1,5 литра. Селмон, лосось, угорь дорогой, почти 2000 йен. Якитори райс боул, не знаю, что такое, мега порк, свинина. Вот, в общем, популярно в таких деревянных мисочках, подается коробочка. В принципе, все меню. Все. Ну, еще вот такой вот сет. Удон. Лапша удон с какими-то грибами, скорее всего. В принципе, все меню. Заведение полное. Зашли, вот еле сели. Тоже нравится подобного формата ресторанчики. И самое главное, их очень много. Они маленького размера и находятся везде. Проблем сесть, покушать вкусно и недорого просто нет. Везде можно поесть, в любом районе. Достаточно дорогом, как Шибуя, тоже есть такие маленькие ресторанчики, цена повыше. Ну и даже в каком-то уже таком захолустье относительном, по сравнению с районами, как Гинза, Рапонги, то есть где большие рестораны, ну, высокая кухня, там чеки, десятки тысяч йен. Что там есть подобного формата заведения, но цены повыше. Они конкурируют с большими ресторанами. А вот здесь вот на улочке рядом с парком Уэна есть улица. Забыл уже, как корректно называется. Не буду пытаться выговорить, потому что ошибусь 100%. Она просто усеяна подобными ресторанчиками, и они все битком заняты. Так выглядит моя говядина. То есть ящичек деревянный. На подушке из риса. Супчик. Несу суп. В общем, здоровая, полезная еда. А еще если запить 0,5 пиво, так это вообще просто живительный. Живительная комбо. Японская говядина. Называется вагю. То хочется сказать другое слово. Так, начнем с этой. Нам нужны тарелочки. Кать. А, давай расставляй. Стоит 1200 за 100 грамм. Плюс такса. Японская кухня различается очень много. Как любят и мясное, и рыбу очень, и рис, и супы. Салаты особо не в почете. Две тысячи рублей. А, не, наврал. 1200 за каждое. Но в России, в корейских ресторанах, вот на Сахалине, где вот прям вот этнические корейцы, в принципе, те же самые деньги стоят. Но здесь повкуснее, конечно. Ну, в общем, мясо меня не впечатлило. Хотя оно очень крутое, красивое, жирное. Но в Японии надо есть рыбу, когда она свежая, не замороженная. Ночью ловят, утром уже продают, а сидишь в обед, уже кушаешь ее.
надо кушать рыбку в Японии. Поэтому они долго и живут, потому что рыба, рис, все свежее, овощи, минимум обработки, а то и вообще нету. Отсюда и долгожители. Очень много всякого вока, вот таких вот шашлычков на рисе, легкий салат, то же самое, куриная отбивная какая-то. Ну, то есть такая есть и еда более приемлема, которая европейским народам, российским в том числе, то есть не обязательно сырая рыба. Ну, такой вот сет стоит. Мы в торговом центре, крупном, ну, цены тут такие, конечно, подороже, чем в городе. Такой сет стоит 1300 йенов на рубли, это примерно где-то там 750 рублей. Мы сидим, типа как Крокус Сити Молл, что-то подобное. Также в Токио есть и сетевики Shake Shack. Это американская компания по бургерам. Выше, чем Макдачки, но ниже, чем какие-то ребят, которые прям делают с мраморной говядины котлеты там и прочее. В общем, вот этот сет 1500 рублей. Ну, мне не особо нравится, но просто когда охота бургера, вот видите, как они котлету жарят. Ну, то есть где-то подзабыл повар. Ну, в общем, так себе. Тоже есть, тоже популярно, народ сидит, японцы, есть и европейцы. Японцам также не чуждо и съесть бургера американского. Японская классическая еда. Гёдзе, поджаренные пельмешки и жареный рис. С ветчиной. Вот рыбку мне тут нашинковали. Ну и старое доброе японское пиво. Бокал какой-то мелтс, но по факту налито пиво Саппоро. Очень вкусное, редкое даже в Владивостоке. Ну и Вася Ломаченко вот здесь вот у нас делает вещи с Линаресом. Бой. Моя любимая еда в Японии – это суп рамен. Наваристый бульон, говяжий. И в него добавляют мясо, там реже креветку. В основном это мясо, свинина, говядина, вот сейчас курица. Морепродукты, к сожалению, почему-то они не добавляют в него. Ну и гёдзе, классика, жареные пельмени. Очень много средств от всяких суставов, межхрящевых всяких пластинок, ну то есть их формирование от боли. Вот там хондроитин с глюкозамином продается, вот они прям, ну много рыбы, там всякие акулий хрящ, акулий хрящ там и прочее. Вот они вообще вот в плане каких-то вот таких вот БАДов для суставов, для формирования хрящей внутри организма, они, конечно, продвинулись. Я вот сам пользуюсь, но благо колени не болят ни от бега, ни от бокса, ни от сноуборда. Японцы крутые вообще, прям крутые. Вот, допустим, пример. На зеленке у нас продают по 2800, а сейчас, надо сказать, в следующей неделе будет цена 3000. Здесь это стоит 3700 на рубли, это примерно, ну, грубо говоря, там 2000 рублей. Ну, то есть вот 1000 можно сэкономить. Вот эти вот штуки, это типа рыбий жир, но только более
более сложнее формула, там питает мозг там и прочее. Вот она еще. Прям, ой, сейчас как накуплю целый пакет вообще вот этой фигни. В теле. Едят много рыбы, вот от этого равно. Такие вот умные мужики у них тут растут, ну и женщины. Смотрите, вот этот Мурамен, вот он, М7, да, это вот он. Здесь он стоит, ну, грубо говоря, там где-то 1700 сейчас. 1700, здесь он стоит 2940, вот. Так, 1000 вот такого нету бада, сейчас. Вот, МСМ, так, где он, вот он, да? Здесь он стоит 2600, здесь он стоит, грубо говоря, 1200, вот, МСМ. Хороший сайт, VladBud, можете там посмотреть. Ну, конечно, ребята, видите, продают где-то процентов 30, накручивают. Ну, как бы, мы тоже, допустим, не бесплатно работаем, поэтому если вот... есть желание вот заказывать у этих пацанов, потому что такие вот цены, вот как я устаю сейчас в Японии, конечно, вы их не получите. Я сейчас все наберу там полный чемодан вот этой штуки для матушки, для себя, там, для близких. Вот. Ну а вам могу посоветовать вот, vladbud.ru. Ребят, из VladBud, если смотрите, можете маленький процентик от продаж с моей рекламой мне присылать на карточку. Ребят, вот он, глюкозамин, да, 900 таблеток на 90 дней. Вот он в России продается на сайте VladBud, 2900. Здесь он выходит 2000 рублей. Сэкономлю 1000. Вот уже начинаю набирать. Консалив печень, и ты вечен. Вот в России бы такие бутылечки продавались бы. Ребят, набираю мармелад в Россию. Здесь такой вкусный, просто нереально. Вот в мармеладках всяких, вот в этих конфетах жевательных японцы вообще разбираются. Цена символическая, там 88 йен, это примерно там 50 рублей, где-то 49. Вот, поэтому, короче, я всегда, да, с Японии увожу просто целую гору мармеладок. Потом еще кайфую до Нового года, потому что у меня обычно поездки на осень всегда в Японию приходятся. Еще лучше цены, где я брал первый раз хондроитин с глюкозамином, всякие рыбий жир и прочее для мозга, чудо. Хорошие цены, цена за минусом 8% налога, tax-free. Вот такая корзина получилась, где-то, наверное, на 30-40 тысяч йен. Но просто такие штуки стоят того, и поэтому лучше их взять здесь подешевле, чем в России подороже. Все равно пью. И мармеладку сверху положу в одну. Мармелад здесь, ой, вообще, просто гастрономический оргазм. Соображают они в сладостях. Пасты зубной хорошие набрал. Пью каждый день асахи по несколько штук в день. А пью почему? Потому что очень вкусно. А потому что дата разлива. Сентябрь 18 года. Пиво свежее, вкусное. Прям вот под вот эту вот рыбку. Вот прям вот идет как вода. Вкусняшки едут. Жалко, в России нету подобной свежести рыбы, хотя рыба вокруг нас. Но, увы, российский закон не позволяет ее быстро растамаживать и подавать в рестораны, в магазины и так далее. Поэтому рыбаки ее сдают в Корею, в Японию, свежую рыбу. Вот, и никто не ловит на местные рынки. Владивостока в Приморье. Продукты очень свежие, очень вкусные. Ну и японское пиво еще. Асахи.
Кирин, как называется. Еще, ну, больше самого популярного. Вот Асахи и Кирин. И Кирин. Очень вкусное пиво. Свежее. Пьется вообще, все пьют его. Японцы, поэтому он тоже самый свежак по ресторанам довольно. Но самый мой любимый формат — это вот такие заведения, где шефы по центру готовят и выставляют вот такой подиум, который крутится вокруг посетителей. И люди выбирают сами. Здесь вот стоимость, на тарелочке по цвету. お客様。これお願いします。これ並びます。並びます。ちょっと待って。あ、じゃあちょっと待って。 Ребят, не успел с ресторана записать видео финальное про еду с выводами, поэтому в аэропорту, кушая также японскую еду, вот удоны, какая-то креветка, темпури, суши с пивом японским, кирин. Что могу сказать? В Японии вкусная свежая еда из свежих продуктов, которые не заморожены, которые не обработаны там особыми пестицидами. Все свежее, все вкусное. Цены нормальные. То есть мы сейчас в аэропорту, я сейчас не могу вам сказать адекватную цену за это все, но в ресторанах в течение всего видео я говорил, сколько что стоило. Кушать в Японии приятно, полезно, вкусно. Продукты свежие, много рыбы, много риса, поэтому японцы не толстые, едят много рыбы, питают свой мозг, поэтому они такие умные, делают самые лучшие тачки во всем мире. Ребят, я думаю, это видео было познавательно вам. Прощаюсь, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Пока. Пора кушать. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.